Всех вас приветствую, уважаемые подписчики моего канала. В этом видео я буду получать золото из вот этого вот оксидисто-железистого концентрата. Это не глина, это оксид железа. Ну, с небольшой грязью. Вот, но в основном это железо, оксид железа. Видите, это не глина. Я этот концентрат получил из железисто-оксидистой руды. Ездил я в Ржавый каньон, где уже показывал, где пытался найти золото при помощи GPX. Там очень минерализованная почва, оксида железа просто кусками валяется. Ну и плюс сама почва ржавая, пропитанная этим оксидом железа. Я взял примерно 300 килограмм этой руды, промыл, как уже показывал в одном из своих видео, отделил железистую пульпу от основного песка, глины, камней. Это я показывал в одном из своих видео из первых, где, помните, пирит намывал. Также можно и пульпу отделять железистую. А дальше я доработал полученный концентрат железистый. Было где-то ведра 2 дома. В одном из своих видео я показывал, как можно отделить легкую пыль, к примеру, от более тяжелых частиц методом промывки такой воронкой. В одном из своих видео. Видео, по-моему, называется «Как получить золото при помощи домашних средств». Да, я там в конце промыл полученный золотой песок, мельчайшая даже пыль осталась. И вот этот концентрат я точно так же доработал. И вот сколько у меня осталось из двух ведер железистой пульпы, наиболее тяжелой. Я уже провел анализы. У меня заняло все это где-то месяца два на все эти работы. Не столько это промывка, сколько я ездил, готовился и так далее. Прежде чем снимать это видео, я проводил такие серьезные анализы. И в этом осадке хорошее содержание золота находится. Очень высокое. Сейчас будем применять супер вещество. Вот здесь оно себя и покажет. Растворим золото, которое внутри есть, я знаю, потому что провел анализы. И посмотрим, что у меня из этого получится. Это железистая пульпа. Я не стал показывать специально, как я промывал основную массу руды железистой. Потом, как дорабатывал здесь материал, который получил. Ладно, хватит болтать. Я беру вот, это вода. Так, вода. Берем супер вещество. Я никуда сейчас не тороплюсь. Уже прошло, наверное, месяца два. Моя задача не показать прям там за 2-3 дня результат. Это такой наглядный пример будет. Так, вот один шприц взял концентрата, добавляю сюда. Так, вот. Раствор потемнел. Так, и я еще возьму, наверное, столько же. Так. Этого хватит растворить 30 где-то грамм золота. Вот этих двух шприцов. Если тут золото есть, оно в виде мельчайшей пыли или наночастиц, а то и молекул даже. Вот. Добавляю в эту субстанцию, в эту черную жидкость. Так. Это добавил. Все, что мне надо теперь, это подождать. Так, мешаем. Я никуда не тороплюсь. У меня этот раствор постоит где-то, ну, с неделю постоит. 6-7 дней постоит. И я потом отфильтрую, выделю золото, как уже показывал, при помощи того серого осадка. Потом переведу осадок в царско-водочный раствор стандартный. И уже будем выделять золото. Посмотрим, сколько получится. Ну, здесь концентрация хорошая. Это практически концентрат, как я уже сказал, с 300 килограмм руды. Причем руда не такая слишком богатая, но нормальная. Еще есть
хорошая причина получить хороший кусочек золота, потому что там, где я взял эту руду железистую, думаете, я зря туда ездил, тогда показывал. Все дело в том, что там неподалеку находится реальное месторождение золота, добывают его там. Вот. Вот почему. Я думал, там может рассыпное золото есть, поэтому с GPX-ом туда ездил, но самородки тогда я не нашел. Ну, золото не обязательно, чтобы в самородках было. Достаточно, чтобы молекулы были. Лишь бы их много было. Как можно больше. Ну вот, дело пошло. Материал начал растворяться такой вот. Видите, это ржавчина. Здесь практически 90% железа и немного глины, возможно, какой-то. Может, даже там, в принципе, глины и не было. Своего рода такая пыль в виде глины, мельчайшая. Ну, самую легкую пыль я смыл. Как уже показывал в том видео, я не хочу показывать одно и то же по 100 раз. Все, дело пошло. Посмотрим, есть золото, нету. Пульпа, так называемая, начала растворяться, концентрат. Если кого-то, конечно, заинтересует, если кого-то заинтересует, я, возможно, сниму видео, как я отделил всю грязь основную, чтобы получить вот этот вот концентрат. Ну, тоже я посмотрю, как люди будут реагировать, как оно заинтересует, я имею в виду, не заинтересует кого, и посмотрим. В общем, потому что я еще планирую показать черный осадок, тот, который улавливает молекулы золота, его свойства снять. Также еще один метод вам покажу, кстати, его не буду скрывать, который можно применять для извлечения золота. Тоже эффективный метод, поверьте мне. Кстати, он приемлем практически для любого будет, так как это каждый себе позволит сделать. Там не надо вообще никаких суперсредств, вообще никаких, абсолютно. Вы поймете почему. Но это будет, наверное, в следующей, не то что трилогии, а в следующих обзорах, в трех. Наверное, там это покажу вам. И расскажу, почему он работает, этот способ. Сполосну стаканчик. Пусть растворяется золотишко. Оно здесь находится в виде наночастиц или молекул даже. Ну, скорее всего, в виде наночастиц. Что-то типа пыли, золотой пыли. В перемешку с оксидом железа. Сами понимаете, да? Если вот это все растворить, что будет? Наверное, целая канистра будет такой бурды. То есть не очень-то приятно. Помешаю, вот так я буду помешивать его раз там в полдня ходить. Пусть он теперь стоит, стоять будет долго. И потом сразу перейдем к выделению золота. Потому что еще надо сплавить, мне надо показать результат. Я сильно не собираюсь снимать так, чтобы там доказывать что-то. Я имею в виду показывать. Все равно вам многие вещи непонятны. Как я раньше показывал, это просто демонстрация. Ну, в будущем посмотрим, посмотрим в будущем. Понравится, то может быть. Я раскрою некоторые секреты. Как я уже говорил, автора надо поддерживать. Вот, если вы там не оставляете комментарии, можете не рассчитывать вообще ни на какую помощь. Сразу вам говорю. Абсолютно. Я даже вам не отвечу. А если я не отвечаю, не значит, что, к примеру, я забил там на вас или не забил. Не забывайте, вас много, я один. Пишут много и часто задают такие вопросы, как растворить золото, к примеру. Ну как? Я не знаю как. Золото, насколько я знаю, вообще не растворяется ни в чем. Вообще. Наверное, водой залить и ждать, как растворится. Как золото растворить. Это только один из таких вопросов, часто задаваемых.
Никак, абсолютно никак. Золота вообще не существует, его придумали масоны. А все, что я вам показываю, это вообще какая-то антиматерия, понятно? Так, ладно, золото растворяется с антиматерией. Пройдет неделя, и будем выделять золото и сразу плавить. Посмотрим, что получилось. В этом видео я не собираюсь сильно много показывать. Основы многое что вырежу, специально сразу говорю. Специально, чтобы было непонятно. Только результат сможете увидеть наглядный, то есть понять эффективность и свойства супервещества. Вот это вот то, что надо всем. Итак, прошла неделя. Вот сколько я получил золотосодержащего раствора из того концентрата. Супервещество все растворило. Потом я все отфильтровал, как уже показывал. Восстановил на первый раз золото при помощи того порошка, как уже показывал. Я не стал все показывать и не буду по 100 раз одно и то же. Вот, сейчас буду применять на финишной стадии пиросульфит натрий, старый добрый метод. Он дает более чистый осадок. Буду использовать противогаз, чтобы тут не травануться. Не знаю, сколько получится золота. Вот золото из предыдущих видео в бутылке хранится до сих пор. Ну, пусть пока лежит. Это чистейший раствор. А этот, видите, зеленоватый. Ну, потому что первое восстановление всегда дает такой грязный раствор. Он содержит либо железо, либо еще какие-то примеси. Но здесь железа нету. Это его еще окрашивает тот восстановитель, потому что он тоже растворился. И поэтому раствор такой зеленоватый. Берем пиросульфит натрий сейчас. Восстановим и сплавим. И посмотрим, сколько у меня получится золота из этой партии. Это такая настоящая пробная партия. Почти 300 килограмм оксидисто-железистой руды. Вот и посмотрим, сколько золота получится из 300 килограмм этой руды примерно. Так, надеваю противогаз, потому что сейчас будет вонь стоять ужасная. Так, сейчас. И восстанавливаем золото.
Прошло минут 30. Золото быстро уже село на дно с пиросульфитом натрием. Оно куда быстрее садится. Вот оно, это золото, оно просто катается по дну. Большую часть раствора сейчас перелью. Вот золото наше. Вот сколько золота получилось. Уже чувствую, хороший будет результат. Так. Большую часть раствора можно перелить шприцом или даже так вылить. Ну, я шприцом вылью. И начну фильтровать. Осадок чистый, коричневый. И будем плавить, чтобы посмотреть, сколько золота получилось. Так что имейте в виду, будете вы заниматься компьютерами, посмотрим, сколько заработаете золота. Получите. Ну и заработаете, разумеется. Этот ненужный раствор можно вылить. Там может какая-то грязь, разумеется, немного, поэтому он такой зеленоватый. Мутно-зеленоватый чуть-чуть. Золото выделилось все. Это второе восстановление. Осадок чистый. Пиросульфитом натрия мне нравится работать больше, сами видели. Азотка сразу вся вышла, потому что азотные пары выделялись, когда я добавил пиросульфит натрия. Ничего выпаривать не надо, он все сам делает. Единственное, только он воняет, но я противогаз надевал, и в принципе хорошо все было. Побольше насыпал, с учетом, чтобы погасить азотную кислоту. И все, и вот он результат. А вот и золото наше. Сейчас посмотрим. Давайте посмотрим. Вот сколько золота у меня получилось, смотрите. Неплохо. Видите, какое тяжелое. Да ну ты. Отлично. Результатом я доволен. Что же? Прям радует глаз. Вот оно золото, видите, да? Вот оно. Катается. Очень тяжеленькое. Что же, эти остатки я дофильтрую. Здесь немного, не исключено, что и железо есть чуть-чуть. Потому что я восстанавливал уже восстановителем тем осадком, а там могут быть примеси и железа. Ну и плюс он сам по себе грязный. Так, фильтр беру по минимуму маленький, чтобы осадок, чтобы меньше бумаги было. И весь осадок был в одной такой кучке. Чтобы потом сразу раз и сплавился. Ну, он тяжелый, прям хлопьями. Так что еще лучше этого железного купороса. Так, сейчас видно сюда. Я это дофильтрую, вот это вот. Хорошо промою осадок водой. И будем плавить. Посмотрим, что получится. Вот вам и супер вещество, видите, да? Вот. Осадок коричневый. Вот и супер вещество. Так что имейте в виду, ваши компьютеры, и вот сколько я получил за неделю золота. Вот он наш осадок. Коричневый, видите, да, какой? Чистый. Его даже не надо чистить. Вот он катается.
И вот почему я еще люблю применять пиросульфит натрия. Он, во-первых, гасит азотную кислоту, а во-вторых, как я уже говорил или не говорил, не налипает на стеночки вот стаканчика при восстановлении этот осадок. Что происходит с железным купоросом? Вот он наш осадок. Вот сколько я получил золота. Нравится, да? Теперь с помощью супервещества я это буду получать и в больших еще объемах. Это так. Чисто демонстрация, видите, да? Смотрите. Столько золота я никогда не получал. Смотрите, сколько. Неплохо, да? Золото. Не из компьютера. Хотите такие же, да, кусочки? Комочки. Но, чтобы это получать, надо заслужить. Как я уже и говорил. А не так, что Петя, Ваня зарегистрировались и давай, Рома, нам супервещество. Иди. Поспрашивай у других, что за супервещество Роман применяет. Он тебе скажет. Скажет, царскую водку разводи и получай золото. Наша прелесть, осадок. На самом деле он такой желтый. Это просто плохое освещение. Кажется, как будто сейчас такой темный, да? Коричневый. Но он очень чистый. Сколько здесь? Ну, судя по тому, что я вижу, грамм 20-25 золота. Видите, да, какое тяжелое? Потому что это аж комочки такие. Пиросульфит натрий дает хорошие такие комочки. На посуду ничего не налипает, это очень приятно. Вот так-то, как я вам уже и говорил, если хотите, чтобы автор вас отблагодарил, вы должны тоже поддерживать автора. Просто так никто с вами ничем делиться не будет. Верите вы, не верите, мне ваша вера особо не нужна. Главное, чтобы такие результаты постоянно были. Вот вам и оксидисто-железистая руда. Неплохо, да? Это не первый. Это не последний результат. Будут еще. Хотите хоть немного научиться делать что-то такое? Это еще надо заслужить. Благодаря вот этому веществу теперь у меня проблем не будет. Так что просто так, разумеется, я про него говорить и не буду. Теперь до вас начнет доходить. Почему? Потому что вот, что мы видим. Посмотрим, сколько вы золота получите из телефонов, из компьютеров и даже из камней. Теми методами, что я показывал, это только на анализы пойдет. Растворил, проверил, анализ показал, отлично. А вот чисто получение уже золота настоящее. Тут понадобятся вот эти средства. Вот. И те, которые я еще не показывал. Тоже очень интересные и эффективные. Ладно, я никуда не тороплюсь. Мне торопиться некуда. Вот он результат.
Так, чтобы убедиться, что все золото выделилось из раствора, берем хлорное олово чуть-чуть и прямо сюда в раствор, все сюда перелил, просто сюда наливаем, ничего нет, абсолютно, видите, даже и пятна нету. Так что применять пиросульфит натрия очень даже эффективно, не зря я его применял. Да, железный купорос для самодельных восстановителей является одним из лучших, но я предпочитаю работать все-таки с пиросульфитом. Я думал, что он может какую-то часть золота не выделять, оказывается, это просто в технике, в современной, золота очень мало. Это вам не камни и не всякие там руды оксидные, как в этот раз. Вот видите, железистая руда, сколько может содержать золото, оксид железа. Про что я вам и говорил. Так что, я туда, разумеется, еще смотаюсь, учитывая содержание. Ну, примерно 150-200 грамм на одну тонну получается золото. Неплохо, да? А вы думаете, что хотите? Кстати, там неподалеку реальный карьер по добыче золота. Поэтому не исключено, что такое содержание золота находится в этой руде оксидистой. Ну вот, прошло пару дней, и сейчас наш главный химик нам поможет подготовить материал. Плавить, да? Да. Молодец. Сейчас будем плавить золотой осадок. Чуть-чуть подвинься, не видно, что ты там делаешь. Аккуратненько. Аккуратненько, Ариш. Что, не получается? Мокрая. Смотри, где это, не испорть меня, фильтр не порви, аккуратно. И так аккуратно, но мокрая. Ты же хотела помочь? Ага. И за локтя ничего не видно, что ты делаешь. Давай я сделаю. Давай. А то ты перевернешь мне все. Ну ты. Она мокрая. Мокрая. Ну ты хотела помочь. Да. Просто еще ножницы туповатые. Ну это. Стой. Вот так вот. Осадок тяжелый. Угу. Я там его весь поломала. Нет, это ерунда. Так, берем тигель. Аккуратно, и в тигель его устанавливаем. Это я тебе, конечно, не могу доверить. Я смогу туда положить. Подожди. Подожди. Много осадка. Так, ну вот аккуратно его засунул. Я положу. А там? Бумага сгорит. Да. А да. Осадок будет как бы желтоват, да? Как бы. Кусочек будет золота, как ты и хотела. Да. Так, все, сейчас устанавливаем в печь и плавим. Я положу туда. Ага. Что ты сдохли там? Бараны. Сейчас уедет. Устанавливаем тигель в печь. И будем плавить сейчас осадок. Так, я установил его. Отлично. Накрываем крышечку и включаем муфельную печь. И золото начнет плавиться. Так, вот так вот. Все. Не лезь туда. Ну вот, дело пошло, спираль начала нагреваться,
Так, посмотрим через 3 минуты. Вот, все, отлично, отлично. Прошли 3 минуты. Тигель уже разогрелся до красна. Отлично. Бумага сгорела. Так. Ну, еще заглянем через 2 минуты. Да? Да. Прошли еще 3 минуты. Ну вот, уже тигель разогрелся до красна. Дело идет. Отлично. Еще через 6 минут все расплавится. Смотрим. Прошли 9 минут. Все уже очень красное. Ярко-желтое, то есть. Очень сильно. Ну, через 4 минуты будем доставать наш самородок золота. Хочешь золото посмотреть? Конечно. Кто золото любит? Это снова Алена, вот кто. Ах ты, Алена. Сергеевна. Хочешь посмотреть, да? Аккуратно, лицо сильно. Так, чуть-чуть заглянешь быстро. Ну как, горячо? Ага, сильно. Ну вот, прошли еще 4 минуты. Все сплавилось. Пришло время достать тигель. Так, открываю. Отлично, хорошо все сплавил. Какой он красный! Да, горячий. Тут же жарко. Большая же температура. Сейчас мы его посмотрим. Он чуть-чуть затвердеет, и я его сразу достану. Отлично, вот все, он затвердел. Сейчас я его брошу. Вот зараза, крутится. Вот. Тяжелый. Давай, давай. Как не могу его взять. Да что тебе, а? Тяжелый не хочет никак. Золото и сюда. Что? Вот наш золотой кусочек. Это азотная кислота. И сейчас ставлю на плитку. Он почистится, станет желтенький. Что, нравится? Да. Такой большой. Хороший, да? Так. Сколько весит? Не знаю. Грамм 15-20. Какой 15? Наверное, 20-25 грамм. Золото-то чистое. Да, грамм 20 весит, не меньше. Так, ставлю на плитку. Ставлю самородок, так называемый, на плитку, чтобы его почистить. Чтобы все, что не надо, растворилось. Ну, сверху вот это вот черное, шлам. И он станет просто такой красивый, желтый. Идеально сплавленный кусочек золота. Так, накрываю крышечку. И сейчас включу плитку. Он почистится и станет красивый. Идеально сплавленное золото. Так, прошло, наверное, минут 20. Пришло время его достать. Так, беру стаканчик. Сейчас у меня брызгалка сломалась, придется покупать.
Поэтому придется пока бутылкой промыть быстро. Сейчас перчатку надену. Так, берем наш стаканчик. Ой, горячий. Очень сильно. Надо взять перчатку или тряпочку. Сейчас возьму тряпочку. Стаканчик очень горячий. Так, крышку уберу, куда не надо. Вот так вот. Так, чтобы показать вам, что это азотная кислота, вот, медь. Ну, вот, как видите, да? Азотная кислота. Ладно, сливаю. Вот оно, наше золото. Все достану. Вот оно. Ну, теперь можешь и подойти посмотреть, как ты хотела. Так, ну все, вот так вот я сделал. Вот оно, наше золото. О, тяжеленькая прелесть. Смотрите, да? Красота, как хорошо сплавилось, прям глянец. Вот вам и муфельная печь, а то там газовыми горелками своими. Потерь ноль, на 100% сплавился весь осадок, потому что было много осадка. Как я говорил, если золота много, то и плавить его легче всего. А если его там почти нет, как с одного телефона, то, конечно, оно не сплавится. Прелесть, да? Че, хочешь посмотреть? На. Какой он красивый. Тебе тяжелый? Сильно. Нравится? Да. Хочешь такой же? Да, сделай мне. Я тебе обязательно в следующий раз тебе сделаю, подарю. Че? Такой блестящий, как лед. Но это не лед. Желтый? Да. Нравится? Угу, светло-желтый. Ну, такой должен быть, это же золото. Да. Тяжеленький, да? Угу. Вот, 20-25 грамм золота. Больше. Видите, как золото из руды оксидисто-железистой. Вот так-то. Это еще не первый и не последний случай. Будет еще. Вот он, результат. Верю, не верю, это дело ваше. Я тем более вас не буду учить этому. А то вот такие же результаты будут у вас, а потом про своего учителя быстро забудете. Еще не хватало обучать всех вот этой вот прелести. Котенок, маленький котенок. Ну вот, ребятки, мы снова находимся на озере Байкал. Сзади меня река American City с золотом, где я золото находил. Это золото, конечно, не с этой реки American City. Это золото из того ржавого каньона. Ну, я уже многим из вас дал намек, что здесь тоже золото есть, если вы еще не поняли этого. Вот, это я официально вам говорю, здесь золото есть. Не вот такими кусками валяется, как вы все хотите, сразу пришел и куски золота нашел, размером с кулак.
а невидимое золото, которое я нахожу, в виде наночастиц или молекул. И я это докажу, что золото валяется везде. Потому что у меня вот этот вот результат потрясающий. Видите, да? Нравится кусочек. Вот почему я не буду вас сильно заставлять в это верить. А зачем? Скажи, а, ребенок, нужно людей обучать золото добывать? Нет. Почему? Потому что они станут богаче нас. Правильно, они станут становиться богатыми и злыми, да? Да. И забудут про своего учителя. Вот ты. На, подержи. Нравится? Да. Хочешь, научу золото искать? Вот в следующий раз я для тебя сделаю этот кусочек. Угу. Ты же любишь у меня золото? Да. Молодец. Нравится, да? Да. Желтое. Угу. Он-то другой, как не как остальное. Вот это вот стоит $1000. Это так. Неделя работы. Всего одна неделя. Я больше времени потратил на эти поездки. А, сама работа. Я практически ничего не делал. Супервещество залил, да и все. Ну, вот к этому концентрату, который показывал. Промыл быстро, как уже показывал, в течение 2 часов. Не исключено, что я еще потерял примерно такой же кусочек золота, кстати. Потому что я промывал на быструю руку. Я это не показывал специально. Вот и все. На этом конец. Спасибо всем за внимание. Будут еще потрясающие результаты. В следующий раз вот для котенка сделаю кусочек золота. Как и обещал, да? Котенок. Я не котенок, а Аленушка. Котенок, мой котенок, ласковый. Пока. Молодец. Сейчас пойдем тебе что-нибудь купим. Киндер. У нас с деньгами проблем нет. Все. Да. А большой киндер. Купим. Пока, тебе, пока, пока. Ух ты, котенок. Клево. We'll be right back.